Готовы? Санки взяли? О, мой, я боюсь! Мама, нет! Давай руку! Да, малыша. Маргарита перевернулась. Я видела, как вы врезали. Девчонки, доброе утро. Они тут спят вдвоем. О, давай свинью забирай свою. Быстро. У нас весна прошла, ребят, сегодня 11-12 градусов будет, февраль месяц. Ну-ка, давайте с утра. Разминка. Полосатые в полосочку. Бонь, ты задира. А? Ты задира, вон пыль какая летит с вас. Она всегда первая начинает. Филька. Напади ты уже на нее, чтобы она успокоилась. Опять наелся, да, шерсти? О, Бонни! Столкнула его. Она хочет укусить, но не кусается. Все, начинается. Торпеда. Ну-ка, вот бежит. Разгон. Пыль летит, а? Кошмар. Бонни. Пришел коврик, Ксюша, наконец. Я думала, я посмотрела на эту. Почему тут же должны быть такие штуки, вот такие? Это их логотип. Да. Распаковывай давай. Коврик пришел для мышки. Радости полные штаны. Блин, как открыть? Он не открывается. Вау. Офигеть. Вот это коврище. И наклейка. Максим, ну ромбус, если я хочу это оставить. Это прям, знаешь, коврик. Коврик для фитнеса. Нет, это для фитнеса. Это как коврик. Коврик для фитнеса. Он такой красивый. Ну, смотри, какой у меня был. Какой стол. Так это прям коврик не для мышки, а для всего компьютера. Это теперь нужно все тебе убирать? Да. Или просто помочь тебе приподнять, нет? Мама, я робот. Следующее, что я хочу купить, это мышку. Мышка вообще плохая. Парамида. Смотрится. А мышку ты черную хочешь или белую? Черную. Черную? Белую сказали, белая очень быстро пачкается. На ней прям видно, вся грязь видна. Все вот в эти во все щельки грязь попадает. А на черной не видно. Поместился? Прям. Потому что у многих такие столы. Чуть-чуть тут миллиметр. Ну, прям идеально. Круто. Как красиво. Нужно было прям еще длиннее на весь стол. Сейчас мы покушаем. Соберемся и поедем. Сегодня мы хотим покататься на санках. Посмотрим сейчас, сколько там стоит подъемник. Вот бесстыжие, а. Ксюша сидит, кушает хлопья, он прям лапой вот так вот туда. Филя, ты чего? Мы посмотрели, уже заходили на сайт, там трасса побольше, чуть почти в два раза длиннее трасса, чем мы в прошлый раз ездили. Сегодня будет тепло, завтра вообще передают 12 градусов. А ну-ка я посмотрю. Так, все, мы готовы. Поехали. Бабуля, пока. Бабуля дома. А ты зачем волка взял? Маргарита в футболке поехала, а? Папа уже собрался без куртки ехать. Я поеду сам прямо, я знаю, какой. И волк даже с нами поехал. С ума сойти. С ума. Все, пошли. Так, в этот раз мы возьмем с собой красные наши санки. Все, мы уехали. А мы первые. Потому что мы вообще... Ку-ку. В этот раз взяли очки. Очень ярко светит солнышко. Санки наши. Билли Айлиш! Он тебя не слышит. Почему? Каролина, все пристегнуты. Стегнулся? Молодец. Поехали. Нафиг мне не нравится, если ты не моя, прямо сейчас.
погода хорошая, и все поехали на лыжах кататься. Все, готовы? Санки на месте. Сейчас мы еще две штуки возьмем в аренду. Большие. И все. Вон канатка наверх. Он высоко поднимается. Далеко. Поедем. Сейчас мы возьмем в аренду санки. Может, лыжи кому-то взять? Нет. Нет? О, такие очки крутые. Солнышко не будет мешать. Мам, это снять. Тут соединить нужно вот так вот. Ксюша не хочет очки. Надевай. Готовы? Санки взяли? Две штуки в аренду. Все, погнали. Да, а у него все красное. Вон там подъемник. Нужно заплатить за билеты. Пойдемте. Так они на двоих сразу. Там сейчас красиво будет, когда будем подниматься очень высоко. Мишки. Макс, у тебя причесон такой. Крутой. Все, сейчас купим билетики и поедем. Для всех одна нужна. Сразу вместе все. Макси. Все, будем долго ехать. Дверца сейчас закроется, и все. Пригнали. Так, вот он старт. Здесь на санках едут. Ну ничего, отряхай ручки. Все, поехали? Или постоим немножко? Поехали. Так, все, поехали. Да, тут уже можно ехать. Садись, Ксюш. Мама, я не могу одна. Папи. Мама, там какая-то машинка. Все. Мама, смотри, машина. Какая-то машинка. Ой, мама, у-ху! О, мой, я боюсь. Мама! Маша уехала. Страшно тут. Мама! Моя! О, круто! Круто? Вон папа едет. Ксюша на прицепе, как всегда. Снег. Ну. А! Надень очки папины. Вот тут круто вообще на этих, на лыжах. Мама, садись. Маргарита, посмотри вниз. Посмотрите, какой там спуск, обалдеть. Все, поехали. Я боюсь сама. Не, сама не надо, Каролина. Знаешь, я боюсь. Я боюсь, Макс. Мама, нет! Это самые экстремальные. Пальчик ударил. Ничего страшного. Это самые экстремальные. Я никогда в жизни не каталась так быстро. О, Боже.
такие, видите, эти горки бывают, ямки, что мы же подпрыгиваем. Давай тут остановимся, нет? Вот здесь, Марго. Нет, не хочет она. Ой, мне вот это вот страшно. Когда мы проезжаем обрывы, на самом деле здесь опасно. Просто едем без остановок, ребят. Здесь прям, знаете, такой склон. Вот это просто красиво. Все, теперь у нас Ксюша с Маргаритой впереди, папа впереди. Мы в конце. Так, Макс, давай держись, хорошо? Не падай. Куда полез? Макс, нет, туда не надо. Не надо туда. Мы остановились с Максом подождать остальных. А то мы что-то далеко уехали. Маргарита перевернулась. Все, мы спустились. Это было долго, но прикольно. Да, все. Мы уже на второй круг пошли. А ты что так медленно едешь всегда? Почему-то Ксюше не получается быстро ехать. Shirt on the floor. There's no reason to get up. There's a print on your cheek from my wrinkly pillow. There's a smile from the view of the window. Your lips taste the mint from your toothpaste. Spend time cutting marks on your fingers. Все, приехали. На пластике так прыгать, там пах. Ну классная же вот эта штука. Да, ну больно. Больно, да? Когда прыгаешь. Там бугры такие. Да, малышка. Да, ноги подымай, ноги подымай. Давай, Ксюша, давай, на это гоняй. Папи, мама! Давай, вперед, вперед. Нам два раза мы прокатнулись. Мы уже все мокрые. Пойдемте. Пошлите. Ты видела, как вы врезались? Ты с Карлиной сюда. Ой, Ксюша сначала упала, и потом я еще в нее врезалась. Все, пошли, Макс, мы уже все мокрые. Еще как-нибудь приедем обязательно. Накатались? Экстремально. Это лучше, чем там. Домой. Устали, все мокрые. Я бы еще прокатнулась, но я мокрая уже.
Все, теперь быстренько переодеваться. У всех ноги мокрые. Хорошо, мы взяли в этот раз запасную одежду. Носочки запасные, штаны. Все взяли. Хочешь, я тебе мою дам куртку, Ксюш? Вот такую, как у Маргариты. Ладно? Садись сначала в машину. Да, сейчас покушаем и все. Макс, дай. Что там у тебя? Конфетки? О! Конфетки какие-то. А, это карамель. Надо в следующий раз брать трусы запасные тоже. И еще футболку. Мама! Потому что все промокло. Иря, Макс, это Мейкеру. Ну круто же. Маргарита ведь толстовку не взяла, я тебя спрашивала. Мы где-то в 2 часа приехали. И сейчас у нас 4:30. 2,5 часа. В общем, аренда 2 санок, перчатки, очки. 40 франков. А то, что мы поднимались на подъемнике за всю семью, за всех, за 6 человек, да, 160 франков. В общем, за 2,5 часа мы потратили 200 франков. И чуть себе кости не переломали. Мы с Максом перевернулись, наверное, 6 раз. Да? Один раз ударился. Как другие люди, не правы. Я тут носочки положила посушиться. Немножко чистенькие. Мама, Макс дразнит. Согрелись? Перекусим и домой. Мама, у меня нога опухшая. Где? Да, блин, она врет. Опухшая. Чего она не опухшая? Ну, мама, она мне болит. Very good, very nice. Very good, very nice. Вот это у нас заказчик. Very good, very nice. Если банана, конечно. Все, приятного аппетита. Чайс. Very good, very nice. Нате, кому мак чикен? Нет. Наконец-то мы приехали домой. Кто это тут у нас пришел? Привет! Привет, привет, привет! Как дела? Нормально, чай только села пить. Кто у нас тут купается? Греетесь, да? В прошлый раз спрашивали, почему Макс с Каролиной вместе купаются. Так они же в купальниках. Ну, Каролина в купальниках, Макс в плавках. Точно так же, как и в бассейне. Они же ходят вместе в бассейн. Почему бы в ванне вместе не покупаться? Все одетые. Пойдем в машину, сходим, заберем эту одежду. О, нет. Оставила сумки с одеждой, с мокрой. Потому что мы быстренько домой бежали. И сумки не забрала, нужно сходить в машину теперь. Все просушить. Как тебе? Понравилось? Угу. Еще поедешь? Угу. Там особенно на поворотах было очень страшно. Угу. Ты едешь, у тебя еще скорость. И в этот момент нужно еще как-то повернуть. Тормозишь, не получается тормозить. Нас же еще получается двое. Я сидела и Макс. И у нас скорость больше, потому что вес больше. Девчонки-то одни ехали. Ну и то Маргарита там как Шумахер такая. Поехала. Быстрее всех улетала. Вот, конечно. Опасная трасса, опасная. Там прям нужно очень осторожно. Мы ехали, мимо нас проезжали детки. Ведь они ехали одни. Там лет, им лет, наверное, по 6. Ну вот как Макс с Каролиной. Они ехали одни. Проезжали, ну где-то, наверное, родители-то есть, может быть, где-то сзади них. Но они вот прям вот мимо нас проезжали, никого больше нет. Вот, мне бы, конечно, было бы страшно Макса с Каролиной отпускать, вот так вот одних на санках. Нет, я бы не отпустила, потому что там прям вот обрывы. Вот. В некоторых местах были сетки. Именно там, где вот прям крутой обрыв, допустим, с камнями, с деревьями, там были сетки. В общем, я еду с Максом.
скорость, я начинаю тормозить. Вижу там поворот, начинаю тормозить. Я чувствую, что у меня не получается. В поворот я не вписываюсь. Я уже понимаю, что я не впишусь в поворот, потому что санки не поворачивают. Я стараюсь, у меня уже нога, рука, уже все делаю. Я понимаю, что я не вписываюсь в поворот. В общем, у меня так сразу раз. Что делать? Я Макса быстро в сторону откидываю и сама с санок спрыгиваю, чтобы не улететь с санками туда в обрыв. Мы просто раз и на бочок падаем быстренько. Ну, он испугался, конечно, он заплакал. Но, в общем, я как-то резко отреагировала, потому что я уже представила, если мы сейчас туда улетим вдвоем, то это, не знаю, что будет потом. Шею точно кто-нибудь свернет. Что он там грызет? Ну, в общем, мы слетаем с этих санок. Санки останавливаются, они в этот обрыв не улетают. И мы, в общем, перевернулись. Вот, но хорошо, никто никуда не улетел, все нормально, доехали. Вот, потом там дороги неровные, не идеальные. Есть в каких-то моментах, они прям ровненькие, хорошие. А в некоторых моментах там вот прям вот такие вот волнистые. И, конечно, по этим волнам прыгаешь, ударяешься пятой точкой. И вот на вот этих именно волнах бывало тоже нас заносило. Там на ровной дороге нормально все, как-то никуда мы не улетали. Просто нас заносило, и мы вот так вот как бы слетали с санок на снег. Было такое, наверное, раз 5-6. Маргарита там врезалась по пути в одну женщину с ребенком. Ну, не сильно она успела затормозить, и просто чуть-чуть так в них раз, как бы задела их. Не сильно. Вот. Папа ну, тоже врезался. Да, все, в общем, и папа с Каролиной тоже. И, в общем, мы сделали 2 круга в итоге. Если бы мы не промокли, я думаю, я бы еще разок поднялась. Еще бы разочек, я бы прокатнулась как раз там. Не так сильно много было народу, вот поэтому вообще круто. Я там уже была один раз, когда прилетала в гости по гостевой визе в Швейцарию. Меня Лео повез кататься на лыжах. Я первый раз встала на лыжи, вот я именно по этой трассе я каталась. И что еще неудобно, то что там в некоторых моментах проезжают вместе и лыжники, и на санях. Они, конечно, в некоторых местах разделяют, да, там есть трассы только для лыжников. И есть, там есть трассы, где, допустим, на санках нельзя заезжать, там только лыжники. Но лыжники, в принципе, могут везде быть. И там, где на санках мы катаемся, да, вот по этой трассе, как бы тоже было иногда страшно. Они так, вроде ты едешь, раз один пронесется возле тебя. И трасса иногда бывала очень широкая, прям, я не знаю, там... Наверное, растянулись бы человек 10. А иногда прям такая узенькая, что аж это... Тоже боишься, так смотришь мимо кого-то. Впереди к тебя кто-то едет. Ты вдруг набираешь скорость, и ты боишься, что ты в него врежешься. Ну, в общем, и детки. Там столько деток. Боялась и детей, чтобы не задеть. Вот когда первый раз поехали, это вообще это цветочки. Это на расслабоне ты едешь, там никого нет. Вот. Ты там где-то пешочком прошелся, где-то проехал, где-то прошелся. Это вот такая, как бы, знаете, более прогулочная дорога. Но сегодня мы поехали там, просто невозможно было даже остановиться, сфотографироваться. Мы вот, сколько мы останавливались, там вот на поворотах был немножко такой закуток, такое место, чтобы вытряхнуть снег, потому что снег попадал прям вот в штаны. Ты ж тормозишь, мы тормозим пятками, и штаны не сильно облегают. Мы же в простых ботинках, они нам, получается, резинка не облегает. Резинка была как бы свободная. Мы уже ее в обувь запихиваем. И все равно снег в итоге попадал и в обувь, и под штаны, и в носки, и везде, да? И мы останавливались там, где могли. А так очень тяжело остановиться и где-то, чтобы сфотографироваться нормально, спокойно. Нет, потому что люди едут. Ты боишься, что в тебя врежется кто-то. Ехали еще три парня молодых. И они втроем, я так понимаю, у них игра такая была. Они специально друг друга сбивали. Они спускались вниз, ехали по трассе. Если они друг друга догоняют, они как бы вот прям врезаются, и чтобы кого-то перевернуть. Вот они всю трассу. То мы их перегоним, то мы остановимся, они нас перегонят. Потом они у нас впереди едут. Там кто-то кого-то собьет. У меня прям, я ехала, у меня прям... Возле меня взяли, в него врезались, он перевернулся, чуть меня не задел. Ну что, ребят, буду я на сегодня заканчивать наш влог. Я его почти уже смонтировала. Кусочек, который я снимаю, осталось загрузить, вставить музыку, и все, будет готово. Кстати, про видео спрашивали, когда выйдет у Маргариты и у меня. Видео мы уже сняли. Я сняла на свой канал, Маргарита сняла на свой канал, как она украшает комнату.
мне осталось только смонтировать. И на выходных, на этих, в субботу или воскресенье, выйдет видео обязательно. В пятницу я его смонтирую и сделаю так, чтобы в субботу уже два видео вышли и на мой канал, и на канал Маргариты. Если вы еще не подписались на эти каналы, то ссылка в описании. Домонтирую видео, и мы идем спать, потому что время уже 12 часов. Какой 12? Уже без 10 час. Все. Все устали, и нужно отдыхать. Все, ребятки, всем пока.